Но вот сейчас люди многие столкнулись с тем, что отсутствие каких-то накоплений ставит их в ситуацию, как выжить. Работа потеряна, сбережений нет. Это все мечты. Это ему кажется. Это бесы страшные картинки рисуют. Чтобы ввести его в уныние. И вот люди, они начинают рассуждать. Хорошо бы был запасец. Мы пережили бы этот месяц. Хорошо бы. А можно и милостыньку попросить? Просить не 800 долларов до следующего месяца, а просить крупы, горсточку. Человек жалится и скажет, сейчас я тебе вынесу. Особенно если в семье дети, ну тут даже можно и не просить. Ну, люди сами понесут. Ну, а ну вот сейчас вот мы это видим.